Друзья, все, конечно, знают о том, что в Венеции очень много гондол. Это традиционный вид транспорта в этом городе на воде. Черные, как гробы, лакированные и очень дорогие гондолы. Это очень здорово, очень красиво. Но если хочется сэкономить, как, например, сейчас нам, то тогда тоже можно пересечь Гранд-канал вроде бы на гондоле, но на гондоле коллективный. Трагетто называется эта история. 2 евро платите, набиваете сюда как маршрутку человек 10, и вы, не садясь, стоя, перебираетесь с одного берега Гранд-канала на другой, как сейчас сделаем это мы. Oh.